Всем привет! Ой, всем привет! Сегодня чудесный солнечный денек, правда, прохладный ветерок дует, и мы приехали к маминой работе зайти в магазин игрушек и по делам проскочить. Зашли в кафе. С умным видом, да. Скажи, а тут без картинок. Так, принесли супчик. Бульончик. Ну, пробуй. Чего маловато? Маловато. Супчика? Покушала и укрыла лялю одеялом. Покушала плохо. Ну что, поехали дальше? Да. Мам, почему? Пойдем. Смотри, какой горшочек с сырлем. А есть еще говорящий. Да вон трон настоящий. Нет, вон, смотри, говорящий горшок. Музыкальный. Ой, какой смешной. Смешной проводит. Посмотрел, пошла дальше. Не то. Надо смотреть, сколько тут песка лезет. Ты смотри, посмотри. Шопер. Лизун, так это тоже продается. С этим нельзя по магазину ходить. Надо купить. Давай, ставь. Ой, я же гугая. Что значит другая? Такой, который у тебя нет, что ли? Нет, он маленький, другой. Ага. Рассказывай, лисица. Мама сказала, что лялю больше не берем. Ты придумываешь. Что, выбрала переноску? Да. Ну ладно, давай, берем. Все. Все? На этом все? Удивительно. А это мыльные пузыри. Да. Холодильник. Давай, с я подержу. Едой уже. Там, видишь, тортик, курица внутри. Нет. Не надо? Нет. Пузыри? Папа выбрал сам пузыри. Да, сам папа выбрал пузыри, не верится. А как есть еще печатки? Где? Вот печатки. Здесь на да. Покупки не сожрали. Так. Примерили сразу, да? Покупку. Ну-ка, покажи. Ну, как раз под твою лялю. Как раз. Пойдем. Опа. Вот представляешь, если папа тебя так носил. Едем в Мега-Икею, да? Посмотреть что-нибудь нам на дачу. Завтра на дачу поедем. Табуреточки какие-нибудь, да? Поехали. Добрались до Икеи. Лиза по пути успела поспать, поэтому мукой сидит. Идем в Икею. Куда мы пойдем дальше? Туда. Туда мы оттуда пришли. Пойдем лучше вперед. Наша мама там застряла. Коко добрался до детской площадки, до детской комнаты, до детских игрушек, да? Домик. Коко. Ну как твой размерчик?
нормально. А, для маленьких? А ты большая? Застрял? Давай. Давай, Арчук. Все? Космонавт спрятался? Крути тебе. Так. Ну-ка. Ну как испытания прошли? Ну-ка посчитайте, сколько будет 2 сольда плюс 3 сольда. И сколько получилось золотых? А, Буратино? Хе-хе-хе. Что ты там выбираешь? А что это такое? Это надевается на пальчик. Из-за... Прям как в песенке. Все попробовать надо. Ну как, мягко? Да, берем. Берем и идем. Ну что, договорились за мороженое уйти с площадки, да? Сейчас мороженым перекусим и поедем домой, да? Вон мороженое. Да, такое классное. Ладно, последний пункт нашего приключения и домой, да? Поехали.